28 апреля – Всемирный день охраны труда. В связи с этим отраслевой союз работников строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на стадионе «Балыкши» провели спортивные соревнования. Были организованы состязания по перетягиванию каната, шахматам, настольному теннису, мини-футболу. В них приняли участие около 50 спортсменов из 4 учреждений. Цель мероприятия, чтобы люди занимались, молодежь особенно, занимались спортом, развивали свое здоровье, чтобы отметить этот праздник, всемирный праздник, День охраны труда.